мэр Магадана, музыканты муниципального оркестра, представители городской общественной палаты. И все они в костюмах Дедов Морозов. Несколько десятков русских сант прошли от городского парка до театральной площади, создавая взрослым и детям новогоднее настроение. Оркестр исполнил популярные новогодние композиции, а у театра уже все магаданцы, которые пришли на праздник, дружно крикнули «Елочка, гори!». После зажжения огней губернатор Колымы Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан поздравили всех с наступающим. А сегодня мы поздравили магаданцев с наступающим Новым годом, дали им шанс хорошо подготовиться. Вот эта елка, зажжение здесь – это старт подготовки к Новому году. Подарки, продукты, уборка – все для того, чтобы Новый год встретить в хорошей семейной компании. И надеемся на то, что 21 год будет годом здоровья для россиян. С наступающим всех Новым годом! Также жителей областного центра с наступающим поздравили член общественной палаты города Магадана Олег Дудник и директор комбината зеленого хозяйства Алексей Гаврилов. Дед Мороз от общественной палаты города Магадана тоже присоединяется к многочисленным поздравлениям магаданцев с наступающим Новым годом. Уверен, что в 2021 году все будет лучше. Готовились мы очень усиленно. Наш снежок наконец-то порадовал, он пришел, а то мы страдали, что не получится горки, не получится красивые деревянные скульптуры. Но он пришел, и мы справились со снегопадами на улице и смогли, в принципе, привести все места массового встречания Нового года в надлежащее состояние. Будем их украшивать еще и дальше. За оставшиеся две недели осталось навести небольшие нюансы, где-то скорректировать, отработать, украсить еще некоторые горки, подровнять. И встретим наконец-то 21 год, проводим старый. И все у нас будет прекрасно и замечательно в Новом году. Для всех посетителей площади в окнах театра артисты показали оригинальное выступление. По словам сотрудников учреждения, без зрителя работать невозможно. Из-за пандемии театр долгое время был закрыт. И тут выход был найден. Если магаданцы не могут зайти в зал, чтобы посмотреть представление, нужно показать его снаружи. Зажигательный танец исполнили под песню про Колыму собственного сочинения. С чего все началось? Началось давным-давно, когда уже из года в год стали понимать, что нет песни региональной, новогодней, колымской, новогодней нет. То есть как бы есть масса песен о Новом годе, о празднике, о Рождестве, но нет такой, чтобы вот прям вот на наших колымских морозах нужно было танцевать, и чтобы там было в тексте наш любимый Магадан, наша родная Колыма. Решили этот пробел восполнить. Песня задумалась как лирическая, получился настоящий рок-н-ролл. Надеюсь, что скоро во всех домах города и области она зазвучит новогоднюю ночь. После торжественной части для магаданцев на сцене исполнили песни и танцы творческие коллективы города. Сказочные герои раздавали детям сладости. Завершился праздник дружным хороводом вокруг зеленой красавицы и ярким салютом.